сказал. Возвращаемся в нашу игру, которая называется «Ну, ты сказал». Был задан очень интересный вопрос. Вам нужно было догадаться по цитате, кто это сказал. Мы с Олегом, у нас в студии директор и хозяин магазина «Царь-Кевер», магазина деликатесов, честно говоря, так и не догадались, кто это сказал. Как-то шевелили мозгами, но не вычислили, какой президент, как зовут этого президента американского, который произнес. Зой, если можешь повторить, или ты занята набором номера. Зоя пытается дозвониться человеку, которому достается приз за первый правильный ответ, который мы получили смс-кой. На самом деле я видела человека, дважды пыталась дозвониться этому человеку, но человек звонит сюда, а я звоню человеку. Вот, ну, может быть, он сейчас еще раз перезвонит? Я думаю, что скорее я, пожалуйста. Попросите его. Господа, у меня большая просьба. Я сейчас буду звонить человеку, который оказался самым первым. Убедительная просьба, не набирайте наш телефон, я сама вам позвоню. Только вот сделаю то, о чем меня попросили, еще раз напомню цитату. Потрясающе, согласитесь. Я заметил, что все те, кто поддерживает аборты, уже родились. Уже родились, да. Смотри, вот звонок. Может быть, это тот самый радиослушатель, который был первым? Нет, это не он. Нет, это не он. Ну, хорошо. Итак, это сказал президент. Это сказал президент, да. Это американский. Американский президент, порядковый номер которого был круглым числом, а он вторым президентом американской послевоенной истории, который правил два срока подряд. Да, кто же это сказал? Мы надеемся услышать из уст того самого счастливца, которому должны отдать очень вкусный приз от магазина «Царь-Кевер». Олег, давай напомним, какой приз мы разыгрываем. Это банка... кошерной икры. Банка кошерной... Черной икры. И если вы сейчас недоверчиво качаете головой, да, ну, такого быть не может. Да, такое может быть. Есть одна единственная рыба в мире, которая производит черную икру. Боффин. Боффин она называется, это рыба, и рыба Боффин признана кошерной. Ее икра кошерная, банка кошерной черной икры и палочка деликатеса кавказского, палочка суджуха. Ну, можно было бы назвать это палка копченой колбасой, но это не так. Это нечто, это нечто. Это вообще вкуснейшая вещь. Итак, две вкуснятины выиграны человеком, с которым мы здороваемся, потому что он был первым, да, с правильным ответом. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Господи, какой у вас красивый голос. Здравствуйте. А какие языки знаете, кроме русского и английского? Английский. Когда-то читала еще по-грузински, по-французски говорила. По-грузински? Ой, по-французски. Вы родом из Грузии? Нет. А как, вот это ужасно интересно. Как случилось так, что вы читали когда-то по-грузински? Ну, произносить по-грузински тяжеловато, но у меня друзья были из Грузии, у меня был учебник, и я сама просто интересно. Вы самостоятельно выучили грузинский язык? Вау! Сейчас уже ничего не помню, кстати. Ну ладно. Гамарджоба. Гамарджоба, да. Сахамом швидобиса. Может быть, песню какую-то помните? Нет. Может, споем вместе? Смутил. Да ладно, что смутил. Мы ваше имя не спросили. Как вас зовут? Елена. Не там Рико, да, а Елена. Елена, откуда вы приехали в Соединенные Штаты? Из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Елена из Санкт-Петербурга только что отбила у магазина «Царь-Кевер» шикарный приз. Банку черной кошерной икры, рыбы Боффин и палочку суджуха. Ну, раз вы учили грузинский язык, у вас друзья были, вы знаете, что такое суджу? Да. Да. Поэтому уже облизывайтесь, правда? Ну, конечно. Ну, конечно. Да, ну а теперь ждем от вас имя этого самого президента, который сказал. Который сказал. Я заметил, что все те, кто поддерживает аборты, уже родились. Итак, как звали этого президента? Рональд Рейган. Рональд Рейган. И это правильный ответ. И вы выиграли наш замечательный приз. У вас есть сейчас возможность... Да, кстати, где вы живете?
Стейтен-Айленд. Стейтен-Айленд. То есть, ну, ладно, через мост переехать, и вы уже здесь, в царстве деликатесов у Олега. У вас есть возможность сейчас, сказать Олегу, каким-то образом предварить ваше появление в этом магазине, когда вы придете за баночкой черной икры, вы можете сказать: Олег, вы меня узнаете, потому что я буду в белой шляпке, а в руке у меня будет журнал «Огонек» за 1969 год. Ну, что-то типа такого. Итак, Олег вас слышит. Ну, за 69-й не будет, но, может, 75 какой-нибудь подберем. Итак, лучше мне позвонить на мобильный. 917-514-2086. Ой, на всякий случай, вы замужем? Конечно. Смутили Елену. Можем еще и замуж вас выдать, потому как... Ну ладно, в общем, сами разберетесь в магазине Циаркевия. Огромное вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. И теперь вот обычно у нас Олег заканчивает наши эти сюжеты веселые таким зычным криком: «Приходите!» А сейчас мы вас просим это сделать вместо Олега. Итак, мы ждем от вас одну фразу, которую нужно прокричать в стиле Олега Санзяпова. «Приходите!» Итак, внимание, кричит победитель сегодняшней мини-игры. Ну, ты сказал, из Стейтен-Айленда. «Приходите!» Вау! Отлично! Браво! «Приходите!»